Привет! Я рада вновь видеть тебя на моем канале. Давай сегодня об уютном, об осени. Я люблю осень, потому что осенью легко мечтать, потому что я родилась именно осенью. Все люди любят весну, потому что природа начинает просыпаться. Солнечное тепло оживляет этот окружающий мир. Птицы радуют своим пением. Кажется, что вот-вот наступит что-то прекрасное. Весна приносит радость жизни после долгой зимы. И лето люди любят, потому что это пора каникул, отпусков. Но я очень люблю осень, потому что осенью легко мечтать. Осенью легко готовить. Сегодня мы с вами приготовим очень вкусный завтрак. Без сахара, практически. Полезный. Начинаю всегда с овощей. Это такой секрет. Сегодня у меня лук-порей, помидорки черри и зеленый вкусный сочный лучок. Все это тихонько пассируем на кокосовом или оливковом масле, добавляем специи, и у меня прекрасный греческий сыр, который нужно поджаривать. Вот эта смесь, она и дает восхитительный вкус, насыщенный, теплый. Попробуйте. Если вы любите сладкие завтраки, то я от всей души призываю вас попробовать соленый завтрак. Протеиновый, как сейчас любят говорить. Вы знаете, именно такой завтрак наполняет вас. Он не дает инсулину вскочить с утра, и после него нет голода. Вы можете легко пережить даже обед или сделать поздний обед. Я также делаю йогурт, у меня протеиновый скир. Я добавляю немножко отрубей. Это ржаные отруби из риса. Я покупаю их в магазине «Молдова». Очень вкусные, хрустящие, и они отлично помогают кишечнику. Маракуйя. Сейчас она самая вкусная и самая сочная. Не все любят ее, но именно в йогурт добавлять немного кислинки – это и есть осенний пепс. Осенняя вишенка для ваших блюд. Попробуйте. А еще вчера я купила очень необычный конфитюр или варенье из зеленого грецкого ореха. Вы когда-нибудь пробовали? Я читала и слышала, что это очень полезно. Совсем небольшую маленькую ложечку, один орешек. И на самом деле это очень-очень вкусно. У нас можно приобрести в магазине «Молдова». Не сладко, но очень вкусно. Кофе без него никуда. Я готовлю сразу в гейзерной кофеварке на два раза. У меня в семье ни муж, ну ребенок он еще маленький, не пьют кофе, и я оставляю на обед. У меня есть термос, очень красивый, от Solo & Eva, и я переливаю кофе именно в него. Укроп. Боже, как я люблю эту травку-муравку. Во Франции она не очень популярна, но ее можно купить в магазине «Молдова», а также в арабских магазинчиках. Вот такой вкусный, сытный, полезный завтрак у меня получился. Обязательно попробуйте. А еще осенью я люблю ходить по магазинам и выискивать какие-то штучки для дома. Вы знаете, как вот эти интересные баночки. В прямом эфире я с вами ими уже делилась. Они смотрятся очень эстетично, стильно и подходят к нашей кухне. Посмотрите, какая красота.
Я думаю, что вы можете найти их на AliExpress или других сайтах, но я купила в магазине B&M. Что же я еще люблю осенью? Мне нравится осенний воздух. По утрам он чистый, прозрачный, немного прохладный, хрустящий, он вкусный, как чистая посуда или чистое белье. Люблю заниматься домом. Люблю ходить по опавшей листве, которая тихонько шуршит под ногами. А небо? Какое оно яркое, особенно в солнечные дни. Очень уютно в этот период дома. Пусть немножко прохладно, но для этого есть свечи. Для этого есть теплый, пушистый, кашемировый плед. И, конечно, осенние супы. Открываем с вами сегодня сезон. У меня здесь лук-порей, сельдерей, картофель, куржет по-французски, то есть кабачки. И мы делаем суп-пюре в моей суповарке. Это Moulinex Soup & Co. Тихонько все нарезаем, все овощи, какие у вас есть, и просто-напросто закладываем в суповарку специи. Вы можете добавить бульон, и получается наваристый вкусный суп. К сожалению, забыла снять для вас конечный результат, но это только начало. Мы обязательно с вами будем готовить различные супы. На ужин это то, что нужно. Небольшая чашечка вкусного супа с густой сметаной и паприкой. А можно добавить ложечку горчицы. Получится очень вкусно. И кусочек жареного ржаного хлеба. Попробуйте. К супу можно добавить яйцо, а можно добавить кусочек твердого сыра. За окном у нас идет дождь, а на улице тепло, но в то же время мокро. Я иду на обследование к окулисту. Прохожу именно осенью все обследования: дантист, гинеколог, окулист. У нас открыли новый центр медицинский, где все очень чисто, аккуратно и приятно проходить обследования. Думайте о себе, о своем здоровье. Не пренебрегайте им. Осень – это отличное время года, когда мы задумываемся о себе. После того, как я прошла обследование, я еду по работе в мои любимые винтажные бутики. Мне нужно посмотреть мебель, а также кое-какую посуду. Если вы еще не знаете, то у меня есть бутик в Инстаграм. Если есть возможность, подписывайтесь. Именно сейчас хочется достать винтажную кружку, чашку, тарелки. Этим мы с вами и займемся. Люблю заглядывать в коробочки винтажные. Что же там такого интересного? Чем пахнет для вас осень? Для кого-то осень пахнет яблоками, дождем, для кого-то опавшими листьями, учебниками, книгами. Осенью мы наслаждаемся последними лучами солнца. Это время для творчества, чтения книг, просмотра фильмов. Монтаж видео просто захватывает. Хочется создать что-то атмосферное, уютное, красивое. Спасибо за просмотр. Если подпишетесь, буду благодарна. Если поставите лайк и напишите комментарий, это очень поможет нашему с вами каналу. Для меня осень – это пора вдохновения. Именно осенью рождаются самые неожиданные идеи, смелые мысли. А для вас можно купить классные продукты. Мы сейчас с вами находимся в магазине Трюфо. И здесь есть полка с продуктами, вот как конфитюр с кусочками каштанов. Как на подарок, так и для себя утром в йогурт. Приятное,
необыкновенное, дорогое, но все-таки нужное удовольствие. Доставляйте себе маленькие приятности. Делайте эту осень заметной. Запомните ее. Новогодний декор уже начинается появляться на полках. Уже даже месяц назад. Но я только сейчас к ним подхожу, и в этом году хочу создать что-то натуральное, совершенно спокойное. И в магазине Трюфо как раз такой декор представлен. Мы еще погуляем и не раз увидим эту красоту. А пока будем петь оды осени. Это самое красивое время года. Красота яркая и одновременно спокойная. Многие художники любили этот период. Есть приятные детские праздники, как Хэллоуин, где можно создать что-то своими руками, побыть вместе с ребенком, вместе. Это тоже прекрасный период. Пока дети маленькие, нужно этим пользоваться. Много всего в магазинах, много декора, много различных вещей, которые вы можете сделать дома вручную, не обязательно их покупать. А вот насмотренность – это большой плюс. Именно особая прелесть в этих красках. В осеннем дожде осень наполнена запахом листвы, грибов. И запахом мороза, который скоро-скоро придет. Утром уже хочется закутаться в теплый пеньюар, надеть теплые носочки. Вы знаете, говорят, что дождь серый, осень унылая и холодная. А мне кажется, что это совсем не так. Что правда, она в глазах смотрящего. И становится немножко грустно, когда осень подходит к концу. Поэтому сегодня я хотела сделать это видео, чтобы объяснить и показать мои чувства, чтобы сказать, что осень можно и нужно любить. Все внутри нас. Гуляю по полкам с декором интерьера. Краски как раз те, которые сейчас присутствуют у меня дома, в моем гардеробе и в интерьерном гардеробе. Я обязательно сниму вам видео про тренды в интерьере 2024. Я думаю, что многим из вас будет интересно, потому что на моем канале собрались хозяюшки, любительницы поукрашать, поизменять. Согласитесь, красивая посуда, керамики очень много, и все это сделано во Франции. Цены здесь, в магазине Трюфо, достаточно высокие. Ну, по сравнению с масс-маркетом, но все-таки такие вещи, они заставляют ваше сердце вздрогнуть, заставляют любить эту вещь. Когда мы вкладываем деньги, свои средства, а наши средства — это время, а время — это жизнь, то мы очень долго храним такую вещь. И я призываю вас убирать сезонную посуду с глаз долой и доставать ее именно в определенный сезон. Тогда получается, что мы сами для себя делаем шопинг у нас дома. Мы забываем за лето, за другие периоды то, что у нас есть. И когда достаем, это доставляет нам приятные чувства, как будто мы сходили в магазин. Именно так я и поступила в этом году. По-моему, отличный способ сэкономить и в то же время доставить себе удовольствие, согласитесь. Из таких магазинов не хочется уходить. Хочется рассматривать, трогать, примерять, нюхать. Да, именно нюхать, потому что я сейчас покажу вам свечи.
И в этом бутике они самые лучшие, самые запашистые, самые великолепные. Я пока не решилась, выбор очень большой, но обязательно, когда использую, это моя такая фишка, использовать сначала все, что у меня есть, тоже плюс экономия и осознанное потребление. Я обязательно вернусь в Трюфо и куплю несколько свечей. Те, которые будут радовать в зимний период, в осенний период. Здесь они великолепные. Ну а пока я рассматриваю керамику. Спокойные, очень теплые тона, которые не раздражают, не вызывают визуального шума. Также есть полки с натуральными продуктами для тела и для дома, для ухода за вашим домом. Здесь и мыло, биоорганика, различные шампуни, гели для душа, крема. В общем, все, что нужно нам, женщинам, для счастья и нашему дому для чистоты и порядка. Дюранс. Великолепные свечи, натуральные. У них красивые упаковки. Это отличный подарок на день рождения или на Новый год, или на какой-то юбилей. Стоят они недешево, но все же. Уже появились адвент-календари со свечами. Тоже отличный подарок. Берите на заметку. Мне кажется, если мне подарят такое, я буду счастлива. И свечи с различными запахами. Напишите, любите ли вы пользоваться именно свечами. Я обожаю их во все периоды времени года, но именно осенью и зимой я пользуюсь ими еще больше. Вот эти свечи Мистраль – это что-то необыкновенное, новое. Марка с ароматами из города Грасс, там, где производят известные ароматы, парфюмы. И они такие вкусные, просто когда вы нюхаете, хочется съесть. А мне пришла посылка от известного во Франции бренда Casgrain. Они производят консервы. И очень вкусные и качественные консервы. Я думаю, что многие понимают, что консервы консервам рознь. Они выпустили новую серию «Рататуй» – рагу из овощей. У меня муж очень хорошо готовит рагу. И я с удовольствием решила попробовать именно вот эту марку, которую я люблю и обязательно использую на своей кухне. Спасибо большое Марке за то, что отправила мне посылку. Это коллаборация на Инстаграм. Вот такой кофр. Здесь свеча ароматная с зеленым запашистым запахом. И также ложечка, две банки рататуи и интересные вещи. Посмотрите. Сейчас я вам покажу. Мы открываем коробочку и сюрприз. Подставка под горячие блюда, под кастрюли и сковородки из бамбука. Очень стильная и элегантная в то же время. У меня много бамбуковых изделий на кухне, она мне отлично подойдет. Вместе с вами мы приготовим в следующем видео к пятнице очень интересный рецепт из рататуй. И вот такой шикарный фартук. Он подойдет моему мужу. Ему я его и подарю. Спасибо еще раз огромное Марке. Если вы не подписаны на мой Инстаграм, то обязательно подписывайтесь. Там много красивого визуала. Я делюсь также французскими брендами, косметикой или съедобными вещами, которые мне высылают на обзор и не только. А сейчас пауза. Посмотрите, вафля, как из детства, мы пекли такие. Это ручная работа с вареной гущенкой из какао. Вкусно? Невозможно. Я купила их в магазине Молдова, они сделаны вручную. В магазине Молдова можно купить разные продукты из Польши, из Риги, из Украина, Россия, и я с удовольствием туда наведываюсь.
Сейчас мы с вами будем мыть посуду. У меня осталась mare de café, как говорят французы. И можно не выкидывать, можно сделать скраб с кокосовым маслом. И также говорят, что можно использовать для того, чтобы прочищать трубы. То есть не выбрасывать, а именно помыть вместе с остатками кофе, и прочищаются трубы. Не знаю, правда или нет, напишите мне. У меня новое средство для мытья посуды. Органика с уксусом из груши. Очень приятная, вкусная. И иногда я мою посуду именно вручную, когда есть несколько кружечек или совсем мало посуды. Например, кофеварку гейзерную я никогда не ставлю в посудомоечную машину. И я не мою ее с какими-то средствами, а просто ополаскиваю, чтобы не осталось кофе внутри. Напишите, как пользуетесь гейзерными кофеварками, как ухаживаете за ними вы. Мне будет очень приятно. Я буду с вами прощаться. Спасибо, что заглянули в этот влог. Увидимся очень скоро. Ваша Светлана Франция из пригорода Парижа. Всем пока-пока. Уютной, теплой осени.